опасно. Нам нужна помощь. Юрий! Кертис, ты? Вы знали. Все это время вы знали. У вас есть пути отхода. Есть самолет. Возьмите мою семью с собой, пожалуйста. Прошу вас. Босс! Босс! Я нашел самолет. Антонов. Они собирались взлетать, но диспетчер не дал разрешения. Но ты сможешь его поднять. Ну, конечно, босс. Но мне нужен второй пилот. Черт! Наш Гордон пилот. Нет, я не пилот. Не пилот. Точно, точно, отличный пилот. Летим. Давайте. Хорошо, пошли. Мила, это... Идем. Джексон, хватит всем говорить, что я пилот. Давай, давай, давай. Эй, стойте! Туда нельзя, ну вернитесь! Самолет. Он же русский. А? Давайте быстро в самолет! Садимся! Быстрее, быстрее! Бегом, ребята, бегом! Давай, давай! Гордон, ты где? Иду! Я наверху, в кабине! Давай быстрей! О, Господи! Опять! Какие тачки! Автошоу в Лас-Вегасе. У нас были VIP-приглашения на него. Замечательно, идемте. Проверь гидравлику. Я отбалансирую топливо в баках. Что? Ладно, ладно, я постараюсь разобраться. Пристегнитесь, мальчики. Центр Антонову, какого черта вы там творите? Сейчас же заглушить двигатели. По моей команде. Разом все ручки вниз. Понял? Понял. Давай! Антонов, взлет запрещаю. У вас нет разрешения. Вы обязаны прекратить взлет. Повторяю, прекратить взлет. Пусти! Что это было? Не знаю, но звук нехороший. Жми! На полную! Закрылки! Закрылки не выпущены! Что? Наверное, с насосами проблема! Подмени меня! В каком это смысле подменить? Саша! Спокойно! Сядь на свое место! Господи, Боже! Господи Иисус! О, Боже! Кажется, нашел! Саша, быстрее! Сейчас, не ссы, прорвемся! Что, рвал на себя? Давай, детка, поднимай свою огромную задницу! Еще! Мамочка! Это была Эйфелева башня? Она самая! Дамы и господа, мы летим в Китай. Хорошо, вот это хорошо.